вышли на прогулку. Давно уже не выходил туда. Где-то больше недели, наверное, уже в вольере сидел. Так. Сейчас были в походе на второй избе. И с нами ездил. Ездила-то есть Айда. Тулан дома оставался. Вот так, сегодня пасмурно. Пасмурно, 22 августа. В принципе, теплая погода. Смотрите, сколько рябины в этом году. О, рябины. И был в тайге. В тайге такая же картина. Очень много рябины. Так что есть надежда, что боровая дичь будет. Ну, рябчики. Рябчики, я имею в виду. Для глухарей, конечно, надо черника, чтобы было. А для рябчиков самое то, это рябина, черника также. И после них уже он переходит на почки березы, такие делишки. Ночью был дождь. Тоже дождь поливал. Тула. Слышит петухов, где-то петухи кричат. В деревне там одна семья держит. Где-то в тех домах. Вчера кто-то салютовал, салют давали здесь. Кто-то отмечал что-то, наверное, на островке. Ну, возле реки, в общем. Красиво было. И такой тихий вечер был, безветренно. И такой грохот, шум, как будто, я не знаю, стреляют, блин. Вот так. Ну, в планах у меня сейчас будут видео, буду выкладывать многосерийный фильм про поход на вторую избу. А дальше у меня в планах будет сходить еще на болото там, охотничье, на уток, где я охочусь весной. Надо место еще приготовить, там скосить, как и в прошлом году. В общем, есть занятия, чем, что снимать и вообще... Будет что смотреть. А насчет грибов пока... Ну, вчера у меня жена с старшим сыном ходили вот за речью, через мост переходили они. Через мост переходили и... Как сказать... Там они набрали, ну, десяток грибов, наверное, спичечный коробок. Меньше спичечного коробка. В общем, грибов практически нету. Пока выхода нету, не вышло. Вон. Идут, едут тоже на избушку, горбыли перевозят на крышу знакомые. Вот так вот. Сейчас стараются материал тоже возить, даже где дороги, сейчас возят лесовозами, кто избушку строит, здесь уже сруб делают и перевозят на лесовозе в тайгу, лес, сруб, потому что очень, ну, вообще не разрешают где-то вырубать что-то на избушку. Лучше, конечно, если есть возможность перевезти, лучше перевезти материал на машине, чем в лесу что-то срубить там, избушку сделать нелегально. Это если узнают, вообще будет беда. Миллионы штрафы и... Да все, за все нас ебут, на, как могут. Вот такие делишки. Ну, в деревне так особо снимать пока нечего, даже тишина. Такого серьезного охоты еще нету. Были на избушке, там утки еще некоторые не летают. Видели тоже также боровую дичь. И... Ну, это все увидите в фильме про поход в вторую избушку. Тула! Куда-то убежал. Вот так, маленький ролик такой поснимал. Вот такая погода у нас, ребята. Теплая, пасмурная погода. Воды пока нету. Вода мелкая. Вода, уровень вообще... летний, можно будем считать. Сегодня надо еще сходить к речке, чтобы там лодку сполоснуть, лодку перевернуть. Вот так вот.
Ладно, я пошел, короче, обратно. Где-то Тула на меня затерялся. А, вон летит. Тула, ты где? А, кобылина, блин. Кобылина. Тула. Тулан. Вот так, сейчас уже шубу поменял. Все нормально. Сейчас уже ничего меняться не будет. Рост такой средненький у него. Вон траву жует. Любимая еда у него. Трава вон, как корова, блин. Тула. Вы не поверите, как он любит траву есть. Траву, зелень, горох. Вчера морковь сырой давал. Тоже, ну, как-то игриво берет, но не знаю. Как-то и не понял, есть, не есть там. Травоед наш. Ну, это по погоде тоже они траву в основном кушают. Когда, как сказать, когда погода меняется, им требуется вот эта зелень. Тула! Вот так вот. Айда, айда, в вольере сидит. Тулан. Погода переменчива, то прохладно, то тепло. Вообще, все нормально. Следите за обновлением видео, короче. Видео будет. А на этом все. Всем пока.